Работаем рукой на блоке очень близко к себе, чтобы зажимать руку противника. Блок, захват, подтягивание и выкручивание с перелома об грудную клетку, либо вот здесь, об низ живота. Руку противника захватываем. С этой ручкой можно придерживать или накладывать сверху руку. Противник бьет, мы его ручку блокируем и сразу закрываем. Здесь был кулак его на предплечье, раз, к себе подтянули руку вот сюда и прижали ее. Начали вращать прижатую, перевели ладонь, втираем просто руку противника, а эту ставим на предплечье. То есть мы ее зажимаем вот таким образом, ручку, вот так. И ломаем об это место. И потом дальнейшие переходы уже идут. Захват шеи, головы, подбородка. Уже смертельные вещи пойдут. Все коротко. Коротко-коротко работаем с противником. На короткой дистанции, короткими движениями. Но этих движений должно быть очень много. Но они друг за другом идут. Их очень много, этих движений. Их надо всех знать, иначе стиль не будет работать. Еще раз показываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, шесть, семь, восемь. Хорошо. Так. Блок можно делать не только типа сотовки, но и типа не начало сухой вот блок, но мы его делаем раз и начинаем дальше поднимать руку противника, захватывать вниз и ломать шею. Здесь в нашем стиле работает всегда одна рука, другая уже не нужна, другая в помощь, так, или кого-то еще взять. Поэтому здесь блок раз, два, три, четыре, приподняли ручку, захватили запястьем, дернули вниз, а этой пошли отворачивать подбородок противника, вот так. То есть мы с вами делаем вот это движение, раз, два, три, четыре, пять, шесть, на голове противника, захватив его руку. Блок поднятия, опускания, вырывания. Получается, что мы руку рвем на себя, подбородок от себя, скручиваем шейные позвонки. Вся техника построена на таких ловушках. Работать надо короткими рычагами, близко к себе, это ближний бой. Что бы вы ни делали, как бы вы ни прижимали руку, можете прижимать эту руку, еще раз показываю первый вариант, второй рукой, накладочкой. Все эти движения нужны, чтобы осаживать и ломать конечности противника короткими рычагами.
раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. Сломали и ударили, сломали и ударили, сломали и ударили, сломали и ударили, 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 сломали и ударили, ударили, сломали и ударили, ударили, сломали и ударили. Сломали, ударили, сломали, ударили. Oh, 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 oh